худение. Вот. Вы думаете, худел? Нет. А это ее тоже рассчитать. Это вот в году, может быть, от силы, там, например, 2 месяца. Вот в году, в зависимости от ее даты рождения, вот эти дни. Чтобы на так это вот весь год переберешь-то, примерно месяц, потом день и час. Вот, рассчитаешь эту дату, и никто не худеет. И никто ничего нет. Так я вот сейчас уже стараюсь этого не делать. Какие-то общие. Какие-то дают, а кто уже хочет что-то глубже. Пожалуйста, либо учитесь, вот, пожалуйста, сам, да, там. Сам. А как же Елена Малышева, она предлагает по телевизору, заказывайте и похудеете сразу же там настолько-то. Ну вот сегодня я как раз была на спорте с утра, и мы как раз о диете Малышева говорили. Вот, и вот этот мой тренер, он говорит, что многие понятия в диете Малышева мне нравятся. Вот он самый диетолог и тренер, владеет многими такими знаниями, интересный мужик такой. Вот. Но, говорит, нигде у нас нет культа движений. Мы едим, а человек без движений, ну как без движений? Без движений мы не похудеем. Обязательно вот это, ну, это один нюанс, а второй нюанс, вот если брать опять эту тему, мою любимую фэншую, да, то здесь тоже то же самое. Вот если в гороскопе в этом в западном, вот там вы близнецы, там раки, там водолеи, да? Вот, в гороскопе фэншуйном там, значит, 5 стихий, то есть вода, воздух, земля, огонь, там, металл, да, и 12 зверьков, то есть бык, там вот год быка, год козы, там и так далее. Вот, вот эти взаимосвязи идут в китайском гороскопе. И вот если у вас в вашем гороскопе преобладают элементы огня и земли, таким людям очень тяжело похудеть. Очень тяжело похудеть. Особенно если вы еще там это, в десятилетнем столпе огня находитесь или там земли, то это всегда диета. Всегда. И физические упражнения.